вода падает? Вода падает, падает. Падает, да? Да, на полметра, да? Мы находимся в Михайловке Ургинского района, оно отрезано смытым мостом через реку Вакумовка. И сейчас после спада воды начнутся работы. Я думаю, что, наверное, потребуется несколько дней, неделя, может быть, чуть больше, с тем, чтобы был восстановлен мост. Но работает лодочная переправа, у людей здесь есть все необходимые продукты, вот, есть свет. Также проехали в сторону Фурманова, там тоже разрушен мост, который обещает после спада воды в течение недели восстановить. Я думаю, что, наверное, к концу следующей недели он будет восстановлен. Как только спадет вода, сюда зайдет техника, она находится сейчас возле разрушенных мостов, сразу приступят к работе и нормализуют здесь ситуацию, связанную и с дорожным проездом, и с возможностью сообщения уже непосредственно с районом. Главе будет дан для сообщения с Фурманом вертолет, с тем, чтобы завезли продукты, посмотрели. По завтрашнему дню будут совершаться вылеты непосредственно Фурманова.